В этом году в связи с теплыми погодными условиями ямочный ремонт на дорогах областного центра будет начат уже в начале апреля. Текущим ремонтом планируется охватить порядка 40 улиц, часть из которых находится в центральной части города. Подробнее о планах по ремонту автодорог расскажет наш корреспондент Юлия Мутылова. 10 проектов, которые будут реализованы в областном центре, являются переходящими. Пока только одна дорога по улице Кушум в поселке Зачаганск новая в этом списке. Подрядчики продолжат капремонт на улицах Жамбыла, Светлая, Жунисова, Елизарова, 8 марта, Самарская, Манжолова и улица Алии Молдогуловой. На их ремонт предусмотрено 3,2 миллиарда тенге. Около 40 улиц попадает. Там не только там асфальтобетонное покрытие, включительно еще есть такие дороги, которые мы будем ремонтировать, ШГС, щебеночно-гравийная смесь. Там как бы нет асфальтобетонного покрытия, но чтобы был проезд нормальный. В каких районах это? Это в районах второй рабочий поселок, там еще в район старого аэропорта. Одним из наиболее актуальных вопросов является строительство дорог в поселке Диркул, в частности в микрорайоне Сарыарка. Уже много лет жители микрорайона Сарыарка ждут строительства дорог. В прошлом году власти обещали, что работы начнутся осенью, однако они не были начаты из-за отсутствия финансирования. Вот и в этом году денег пока нет. Проектно-сметная документация готова на 6 улиц. По вопросу Диркула, микрорайон Сарыарка, у нас проектно-сметная документация готова. Мы сделали запрос, как бы уже, ну, простыми словами, деньги просим, чтобы на реализацию проекта. Но там сумма большая, больше 3 миллиардов. 3 миллиарда, там 400 с чем-то. Еще одним долгожданным проектом для жителей поселка Зачаганск является строительство дорог в микрорайоне Саратау. В прошлом году деньги были выделены, и осенью подрядчик приступил к работе. Вот и сейчас уже заготовлены строительные материалы, чтобы раньше возобновить строительство. Живем здесь уже 6 лет. Сложно добираться детям в школу и садик весной и осенью. Грязь страшная. До остановки вроде недалеко от нас, но и эти 100-200 метров надо идти в резиновых сапогах. Очень рады, что строят дорогу. Мы наблюдаем, как работа идет. Все хорошо. Начали работу в прошлом году. На 20% сейчас работы сделаны. Планируем здесь в микрорайоне Саратау положить асфальт на 6 улицах. 3 параллельные и 4 их пересекают. Всего на текущий ремонт выделено порядка 300 миллионов тенге. Сейчас ведутся конкурсные процедуры. Юлия Мутылова, Тарас Кажимов, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.